Доброе утро, уважаемые коллеги. Давайте мы сначала с вами проверим звук. Всем ли слышно меня? Вижу, да, плюсики. Что-нибудь как-нибудь отметить, пожалуйста, в чате. Слышно отлично, пишут. Очень хорошо. Если еще и видно, приятный бонус к тому, что слышно, да? Очень хорошо, я вижу, да, всем слышно, всем видно. Значит, мы с вами можем начинать. Сегодня мы с вами поговорим, возможно, на ту тему, которая уже всем немножко даже могла надоесть. Поэтому, хотя я и вижу в чате уже коллег, кто далеко не молодой специалист, а опытные педагоги, но обращу все-таки ваше внимание на то, что сегодня у нас вебинар посвящен именно молодым специалистам, тем педагогам, кто пришел работать в школу буквально год-два назад, возможно, тем, да, у нас молодые специалисты считаются до 3 лет, то есть те, кто еще не до конца, возможно, считают себя действительно специалистами, да, они вот молодые специалисты, и школы, к сожалению, очень часто на это делают большой упор, и не всегда, я знаю, в школах назначают старшего, да, педагога, кто руководит, да, наставника, не всегда ставят, представляют наставника к молодым специалистам. Но вот есть у нас молодые специалисты, это очень хорошо. Коллеги, напишите, пожалуйста, вот среди тех, кто молодые специалисты, вам эта тема все-таки еще интересна? То есть, да, вот Слонисин пишет, что это предметная проблема, и это из тех, кто преподносит неожиданности тоже. Да, вот не было куратора, вот мне интересно, как именно вот насчет метапредметных результатов, то есть нашей сегодняшней темы, обстоит дело у молодых специалистов. Вам тяжело? Вам она интересна? Вы пришли, потому что вы хотите узнать о том, как о ней хорошо можно рассказать на ШМО, допустим, на докладе, либо как на уроке это найти и использовать. Да, вот коллеги пишут, что приходилось все самим искать. Тема интересна, не было куратора. Я сама с таким сталкивалась. Поэтому тема интересна, да. Поэтому, конечно же, очень интересно именно ваше мнение. Отлично. И как использовать на уроке, тоже посмотрим. Возможно, если понравится вам эта тема, то отдельно мы с вами поговорим уже более предметно на тему оценки метапредметных результатов, на тему реализации метапредметных результатов на уроках именно, да. Сегодня мы посмотрим с вами, опять же, да, на определение, повторение мать учения. Возможно, будет несколько таких новых фраз, да, они вам могут понадобиться, например, опять же, да, на ШМО, или когда вы будете готовить открытый урок, и вам нужно будет обосновать, почему те или иные упражнения у вас помечены как упражнения с метапредметной направленностью. Я уверена, что вам все это пригодится. Да, кураторы иногда бывают только на бумаге, учителя загружены сильно. Вот именно в такой ситуации я побывала, поэтому никому не желаю. Хорошо бы лучше разобраться. Давайте мы с вами начнем с цитаты. Она, конечно, такая объемная и большая, но она нам очень-очень важная. Смотрите, пожалуйста, это цитата американского социолога и футуролога, да, то есть человек, который писал книгу, и он исследует будущее. Да? Что он написал? Эта книга уже в течение нескольких лет очень популярна, особенно среди тех, кто изучает педагогику. Ну и нам, методистам, она тоже очень интересна. Посмотрите. Знание становится все более скоропортящимся продуктом. Интересная формулировка. И сегодняшний факт превращается завтра в дезинформацию. Общество, в котором отдельно взятая личность постоянно сменяет работу, место жительства, социальные связи, расходует огромные деньги на эффективное обучение, а поэтому в школах будущего должна преподаваться не только сумма знаний, но и умение ее оперировать. Школьники должны научиться учиться. Научиться учиться, последние два слова, это ключевые два слова стандарта второго поколения, то есть именно в ГОС. Почему именно они? Потому что до этого мы должны были подготовить ребенка к жизни, да, то есть приготовиться к жизни в старом стандарте, в ГОС. А когда он стал у нас федеральным государственным образовательным стандартом, то основной целью его стало научить детей самих добывать знания, научить их генерировать идеи, научить их правильно общаться с друг с другом, то есть научить их всем тем вещам, которые им действительно пригодятся и за пределами школы. А это очень и очень важно.
Да, научиться учиться – это главное, но этот процесс не идет без личной мотивации. Поэтому обращайте внимание на то, что все упражнения, которые я сегодня буду вам показывать, они действительно еще и с такой мотивационной точки зрения интересны для ребят. Причем, вот посмотрите, мы сегодня говорим с вами именно про основную школу, то есть с 5 по 11 класс. Обращу ваше внимание опять же, да, на то, что в 5 классе только в прошлом году был введен в ГОС второго поколения, то есть до этого. У нас пока еще нет такого опыта, да, у нас еще нету 7, 8, 9, 10, 11 классов, которые бы учились по ГОС, то это, на это стоит обращать внимание, поэтому очень мало инструментов, с помощью которых можно все это оценить, отдиагностировать, да, то есть, вот, к сожалению, в 5, 11 классах еще все не так очень хорошо изучено, как в начальной школе. Поэтому у нас все вебинары до этого были в основном по начальной школе, всего один был, немножко затрагивая среднее звено. Вот сегодня я выделила информацию, которая нам подойдет именно для среднего звена. Почему сейчас перед вами такой слайд с таким провокационным названием «Меж и мета»? А потому что очень часто, к сожалению, и на семинарах, и на вебинарах, и просто в личном общении с коллегами, я слышу, что они иногда путают понятия. К сожалению. Почему? Потому что есть большая разница между словами межпредметный и метапредметный. В принципе, кажется, что просто, да, разница в двух буквах, да, мета и меж. Но нет, посмотрите, меж – это то же самое, что между, да, это абсолютно, да, определение настоящее, вы можете посмотреть его в толковом словаре Ожегова. Соответственно, межпредметный – это будет равно междупредметный. То есть находящийся между какими-то дисциплинами и в тесной связи с ними. Что же касается приставки «мета»? Она обозначает от греческого «после», «через», то есть «за», «после», «вне», то есть что-то, находящееся за рамками чего-то. Посмотрите, метапредметный, находящийся за, после, вне предмета. К чему, опять же, клоню? К тому, что межпредметность у нас на уроках английского языка, естественно, присутствует, и мы ее с вами очень часто затрагиваем. Почему? Потому что на уроке английского языка у нас нет своего предмета речи. Мы не можем говорить с ребятами в 5 классе только о самом английском языке, только о лингвистике. Им это будет скучно. Поэтому во всех учебниках с 1 да, и по 11 класс применяется именно межпредметность. То есть, когда мы рассматриваем какие-то явления языка, используя при этом знания из географии, из истории, что-то обязательно будет из страноведения Великобритании или США, в зависимости от года обучения. То есть, у нас это присутствует. Я не говорю о том, что на уроке межпредметности у нас нет, она есть. Очень часто мы любим давать открытые уроки интегрированные, да, когда у нас два педагога разных предметов, допустим, литературы и английского языка, дают урок совместный. Да, открытые уроки такие очень пользуются большой популярностью. И это действительно здорово. Главное не забывать, что в таком, да, конспекте урока, обширном, такого интегрированного урока, вы будете прописывать и межпредметную связь, и метапредметные результаты, которые будут достигаться в ходе данного занятия. А потому что и многие начальственно руководящие не знают, увы, разницы. Но требуют отчитаться. Получается сразу и меж, и мета. Да, согласна. Часто такое бывает, но посмотрите, у нас всегда есть путь к исправлению данной сложившейся такой ситуации. А именно, никто нам не запрещает выступать с докладами на школьном методическом объединении. Вы знаете, у меня коллега, например, и на не только на ШМУ учителей английского языка, и она и перед директором, да, на учительском собрании, на таком общем, тоже выступала с темой метапредметности. Как раз показывала разницу между тем, что есть межпредметное, что метапредметное. И коллеги очень этим сильно заинтересовались, и после этого была принята резолюция, когда на каждом ШМО каждого направления педагоги готовили такие доклады, делились друг с другом, вот что же в их предмете можно назвать межпредметным, а что метапредметным. На самом деле очень здорово прошло, такой был небольшой брейнсторм. Итак, что же такое метапредметные результаты, раз мы сегодня будем говорить именно о них? Это освоенные обучающимися универсальные учебные действия. В принципе, на этом можно большое длинное определение и остановить, потому что в нем все основное уже сказано. То есть, если учащиеся у нас освоили универсальные учебные действия, а именно, да, в трех их группах – познавательных, регулятивных и коммуникативных, обратите внимание, что личностных
универсальных учебных действий здесь нет, потому что они выносятся в отдельную категорию. Потому что согласно ГОС мы достигаем трех групп результатов. Предметных, само собой, да, то есть тех, которые у нас относятся только к предмету, на котором мы обо всем этом говорим. В нашем случае английский язык. Метапредметный, то есть то, что включает в себя как раз познавательные, регулятивные, коммуникативные и универсальные учебные действия. И личностные результаты, то есть то, что касается уже именно развития личности. Их также много. У нас был такой вебинар на тему личностных результатов. Так что посмотрите, если кто-то пропустил запись. Тоже очень интересно в контексте того, как это все затрагивается именно на уроке английского языка. Соответственно, это, посмотрите, у нас да, определение из ВГОС. Зачем нам достигать все эти УУД? Потому что они будут обеспечивать владение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями. То есть, если мы достигнем с ребятами к 11 классу таких универсальных учебных действий, как познавательные, регулятивные и коммуникативные, более подробно мы сейчас их дальше посмотрим, но будем называть их дальше метапредметными результатами, потому что этот термин более широкий, нам он подходит, и он более удобный в таком общем понимании. Соответственно, если они всего этого достигнут к 11 классу, то они выходят после школы, попадают в университеты, уже научившиеся учиться самим, готовые к принятию такой вот информации, которая дается на первом курсе института, да, вспомните себя, когда мы приходили из 11 класса на первый курс, и порой, ну не знаю, как у вас, коллеги, у меня такое было, очень было сложно перестроиться, потому что в школе знания вкладывались, да, порционно в мозг, да, как-то вот в черепную коробочку, да, а в институте этого уже ничего нет. Ребята приходят, сталкиваются, что им просто читают какие-то лекции, непонятно, не то их нужно записывать, не то из них нужно что-то правильно выделять о себе, как-то записывать, не то ничего не нужно писать, им нужно все просто запомнить. Всегда такие ребята находятся. Ссылка на презентацию будет, презентация выложена на форуме, возможно, даже сегодня, если у меня самой получится прикрепить. Если у меня не получится, то попрошу модераторов, тогда, соответственно, завтра она будет. Есть еще одно определение метапредметных результатов. Их называют универсальными способами деятельности, познавательными и коммуникативными, и способами регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. То есть то же самое определение, что мы видели до этого. Все равно мы никуда не уходим от освоенных обучающимися универсальных учебных действий трех групп, познавательных, коммуникативных и регулятивных. Просто немножечко по-другому перестроено. И в данном случае к этому определению есть такое дополнительное уточнение, что же такое универсальные способы деятельности, что под ними понимается. Они осваиваются обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. То есть как раз наша с вами тема метапредметных результатов. А что же такое метапредметная деятельность? Я вам обещала, что будут новые сегодня такие определения, потому что очень часто, когда мы говорим о термине метапредметность, возникает много вопросов. Что может быть метапредметным? Есть метапредметные результаты, они прописаны в ВГОС. Есть метапредметные умения, они прописаны еще в одной книге по ВГОС. Есть метапредметные действия, например, именно о них я пишу диссертационное исследование. Есть метапредметная деятельность, то есть та деятельность, во время которой проявляются те или иные действия. Посмотрите, это деятельность за пределами учебного предмета. Она направлена на обучение обобщенным способом работы с любым предметным понятием, схемой, моделью и так далее, и связана с жизненными ситуациями. Хорошее определение, то есть мы понимаем, что во время урока, если от нас требуется достигать с ребятами метапредметных результатов, мы не можем их, конечно же, сразу достигнуть. То есть на протяжении начальной школы со 2 по 4 класс мы все ближе и ближе подходим к тому, чтобы в 4 классе подвести черту и действительно сказать, что у нас ребята достигли тех или иных метапредметных результатов по определенному, конечно же, да, перечню. То есть посмотрите, они в данной, выполняя такую метапредметную, включаясь в такую метапредметную деятельность, обязательно все это связано с реальными ситуациями жизненными, с работой с теми или иными схемами, таблицами, моделями. Мы сейчас вот все это на примерах с вами увидим. А последний такой уже общий смысл, что в себя включают метапредметные результаты. Я думаю, что если вот вы просто прочитаете вот это определение, у вас точно никогда не будет сомнений насчет того, вы на уроке достигали ли этих метапредметных результатов или у вас их сегодня не было.
Смотрите, это мостики, которые связывают все предметы и помогают справляться с большим объемом полученных знаний в разных предметных областях. На мой взгляд, очень коротенькое, емкое, понятное определение, что же такое метапредметный результат. Да, вот работа с информацией и ее анализ – это важнейшее. Вот как раз мы об этом поговорим поподробнее, потому что вот после буквально этого слайда, где можно найти о метапредметных результатах информацию. Да? Допустим, когда вы пишете программу свою, да, вы ориентируетесь, конечно же, на ВГОС, на примерную программу. Ну, не забудьте посмотреть, что еще в авторской программе к тому УМК, который вы используете, также будет информация о метапредметных результатах, как, каким образом, с помощью каких средств она в том или ином ОМК достигается. Соответственно, вот вы все это компилируете, выносите из этого какие-то свои выводы и пишете на их основе уже свою программу. Обещала познакомить с перечнем основных метапредметных умений, которые достигаются средствами предмета иностранный язык. Их на самом деле больше выделено в ВГОС, если вы посмотрите. Их порядка 16. Если их разделить на те, что мы действительно используем из урока в урок, то их останется 10. То есть я их более общие назвала. Посмотрите, смысловое чтение действительно для нашего предмета иностранный язык очень и очень часто встречающееся задание. Поисковое чтение чуть реже, но тем не менее тоже часто встречается. Логические операции. Их несколько, и те, что я здесь выделила, встречаются наиболее часто. Это сравнение, анализ, классификация и синтез. Заметьте, что анализ и синтез, как правило, по отдельности не существуют. То есть нельзя что-то просто отсинтезировать, если вы до этого ту или иную информацию не проанализировали. Заполнение анкет, таблиц, выполнение схемы работы с ними. Принятие и сохранение целей и задач учебной деятельности. То есть здесь и работа с инструкцией, и выполнение проектных работ. У нас тоже есть к ним всегда инструкции. Достижение взаимопонимания в процессе устного общения. Седьмое можно было, в принципе, объединить с пятым. Да, посмотрите, работа в группах сотрудничества, в том числе выполнение проектных работ. То есть не здесь не только выполнение самой проектной работы, но и умение работать в этой группе сотрудничества. То есть общаться друг с дружкой, с педагогом и так далее. Оценочная деятельность. Обратите внимание, мы не говорим в метапредметных результатах об отметке. Что есть оценка и что есть отметка? Отметка – это цифровое изображение оценки. То есть, да, ну, как правило, у нас это считается, что от двойки до пятерки, в других странах немножечко другая, да, система исчисления. Но, тем не менее, это то, что мы ставим ребенку в журнал. Да? Оценка – это то, как мы его оцениваем, то есть не обязательно в численной форме. Посмотрите, самонаблюдение, самооценка, взаимооценка, самокоррекция. Также в метапредметные результаты входит рефлексия, познавательная личностная, и выполнение заданий с помощью средств ИКТ. Сюда входят наши прекрасные обучающие компьютерные программы, те презентации, которые вы своими руками делаете, и потом щедро делитесь с коллегами на разных форумах. Все это абсолютно подходит замечательно под метапредметный результат. Видеозапись вебинара тоже будет выложена. И я соглашусь, что наш предмет – самый метапредметный предмет. Хорошая фраза. Чтобы не быть голословной, я подобрала примеры формулировок заданий на каждый пункт, который я вам сейчас перечислила. Потому что, согласитесь, с одной стороны просто это прочитать, а с другой стороны показать на примерах. Все, как обещала, делаю. Смысловое чтение. Посмотрите, и пример на смысловое и на поисковое чтение – взяты из ОМК happyenglish.ru для 6 класса. Посмотрите, нужно в первом, да, то, что наверху у нас задание, прочитать разговор двух людей и ответить на вопрос. То есть ребята читают текст для того, чтобы понять его смысл, потому что им нужно понять этот смысл и ответить после этого на вопрос. Если они смысл не поймут, на вопрос они не ответят. Поисковое. Посмотрите, мы выполняем задание для того, чтобы что-то конкретное уже сделать. А нужно прочитать эту историю, и не просто ее прочитать, но и подобрать к иллюстрациям, к картинам, которые пронумерованы, описание. То есть нам нужно читать со смыслом, с поиском определенных каких-то черт изображенных людей, да, их внешности на тексте. В тексте. Основные логические операции. Сравнение. Начнем с него. Пример из New Millennium English для 6 класса. Нам нужно посмотреть на
карточки, да, на почтовые карточки. Они все разные, здесь представлены и британские, и наши, и как они оформляются, посмотрите, да, то есть нас просят найти отличия между британскими карточками поздравительными и российскими. А на анализ, на логическую операцию анализа. Кстати, он здесь не пройдет мимо него и синтез, да, то есть сразу себе представляете, что вы, если просто проанализируете с ребятами какую-то информацию, то она у вас уйдет в никуда. Возможно, она отложится у ребят да, где-то в голове, но она не сильно там долго задержится, потому что вы ее никуда не применили. А если, например, вы будете в каждом задании, где вы пишете, что вы с ним что-то анализируете, после этого еще записывать, что вы информацию во что-то синтезируете, соответственно, эта информация будет у них в голове закрепляться. В данном случае, в примере из New Millennium English для 6 класса, ребята работают с диаграммой. Таких заданий море в УМК, такие задания есть на олимпиадах, в общем, в Российской олимпиаде, особенно их любят давать в устном туре. Посмотрите, нужно сначала и прослушать, и заполнить да, те пропуски, что присутствуют на диаграмме, потому что, обратите внимание, не везде подписаны цифры, да? А потом объяснить, а что же обозначают каждый из выделенных цветов и так далее. То есть они ее полностью анализируют. Я здесь не отмечала отбивкой, да, у меня только анализ написан. Здесь не отмечен синтез, потому что на синтез следующее упражнение шло уже пятое. Нужно было применить все, что они из диаграммы извлекли в определенном упражнении. На анализ еще один вариант из happyenglish.ru для пятого класса. Нужно соотнести знаки. Смотрите, вот у меня один знак на скриншоте влез, да, и действия, которые тот или иной знак подразумевает, и уже затем перевести это словосочетание на русский язык. То есть ребята должны анализировать, что же тот или иной знак обозначает. Действительно, метапредметное действие, потому что они работают с тем, что они могут встретить просто даже, когда они едут с родителями в отпуск. Да, они приезжают в аэропорт, пожалуйста, как найти, где будет отправление, да. Они узнают это слово, они узнают этот значок, им это уже удобно, просто, и они с этим сталкивались. Если на других предметах не будут давать такие метапредметные задания, то только на английском мы не сможем добиться результата, пишет Морозова Марина Александровна. Я с вами полностью согласна, поэтому раз мы говорим о достижении метапредметных результатов, и они прописаны в ВГОС, и по ВГОС работают все педагоги, соответственно, здесь уже задача, я не знаю, наверное, завуча, которая отвечает за всех предметников и который смотрит, ходит по урокам, проверяет, как реализуется у того или иного педагога в ГОС на уроке. Соответственно, если он его действительно реализует, то у нас не будет никаких проблем, потому что дети, приходя из урока в урок, уже будут готовы, что им придется сегодня самим как-то вынести что-то умное, да, из того или иного упражнения, а учитель будет лишь наводящими вопросами помогать. Порой они очень часто сами любят, и они действительно это любят, не когда они приходят, а на доске уже написана тема сегодняшнего урока, а когда они ее сами выводят из каких-то проблемных ситуаций, возможно, из первого упражнения, которое сегодня на уроке проходили. У нас это может быть упражнение на аудирование, потому что чаще всего его ставят первым, да? Но почему бы потом не спросить у ребят, а вот раз мы сегодня слушали с вами вот такое упражнение на аудирование, о чем мы сегодня будем с вами говорить, как вы думаете? И все их варианты обязательно выслушать. Возможно, что-то попросить прокомментировать друг дружку. Замечательно получится метапредметное упражнение. Смотрите, на логическую операцию классификации. Например, такое, когда нужно упражнение, когда нужно прочитать и прослушать и дать потом свое мнение на тот или иной миф, который Роб рассказал. Да, нужно высказаться, дать arguments against. Их дано три мифа. После этого есть продолжение, конечно же, несколько упражнений, но здесь именно подразумевается классификация между тремя колонками в таблице. То есть нужно их классифицировать по определенному понятию, что относится к первому мифу, что ко второму, что к третьему. Хотя до этого они просто прослушали определенный поток информации в аудиозаписи. Следующий пример также на классификацию. Посмотрите из New Millennium English для 11 класса. То есть вот если вы сравните, в принципе, по сути задания не меняются. Меняется только внутреннее наполнение. Оно, естественно, уже ближе к взрослым ребятам, к 11 классу. Здесь нужно классифицировать. Не во всех, кстати, обращу ваше внимание, упражнениях задания на классификацию будут начинаться со слова «классифицируй».
Нет, конечно. Они могут начинаться и как в предыдущем. Посмотрите, пожалуйста. Вот, да? То есть здесь только по смыслу можно было понять. Да, здесь listen to his ideas and write down arguments against myth 1, 2 and 3. Нет, конечно, здесь нигде не написано, что что-то нужно классифицировать. Тогда как в этом упражнении нам еще и подсказка дана, что да, классифицируйте определенные понятия, и у вас получатся те или иные категории, которые отображены на диаграмме. Заполнение анкет, таблиц, схем, работа со схемами. Такие упражнения есть в каждом ОМК. Я взяла пример из happyenglish.ru для 7 класса, когда Мише нужно получить визу в Англию. Для этого ему нужно заполнить форму подачи заявления на визу. Естественно, в ней все на английском языке. В ней нужно что-то не просто галочками отмечать, но и писать словами. Мне это не вошло на скриншот, к сожалению. Но мы их сталкиваем с заполнением форм, таблиц, то есть то, что им пригодится в современном мире. Да, не просто какое-то учебное задание, которое потом никуда не пойдет. Нет, конечно. А именно мотивационное задание. Посмотрите, это им действительно необходимо. Да, вот коллеги пишут, что заполняли заявление на загранпаспорт. Да, тоже, конечно же, это все очень важно и метапредметно. А на пятый пункт, на принятие и сохранение целей и задач учебной деятельности, примеров моря. Они сюда подходят абсолютно точно. И понимание, что требуется сделать в упражнении. Смотрите, например, happyenglish.ru для 6 класса, упражнение 5. Оно на аудирование, но тем не менее. Нам дано несколько установок. Нам нужно прослушать, прочитать, посмотреть на карту, ответить на вопросы. То есть есть сразу несколько заданий. И если мы какое-то пропустим, то упражнение будет выполнено неполным, да? Не в полной форме. Соответственно, мы не сможем, допустим, ответить на вопрос, если мы что-то где-то упустим. Если ребята умеют разбираться с целью того или иного задания, с задачами, которые перед ними поставлены, что нужно вот сначала сделать это, потом это, потом это, и у них получится тот или иной результат. Из раза в раз, выполняя с ними такие упражнения и обращая их внимание на то, что вот они понимают, о чем это упражнение, соответственно, у них только поэтому получилось достичь результата. У них это просто войдет в привычку, и только вы будете знать о том, что это метапредметный результат. New Millennium English для 6 класса, второй пример. Здесь я взяла пример из проекта. Любой проект, как правило, это выполнение каких-то определенных действий, которые ведет потом к тому, что получается какой-то продукт. Да, как правило, настоящий, правильный проект. Это может быть стенгазета, это может быть какая-то презентация в PowerPoint. Они могут что-то обсуждать и потом из этого подготовить устные доклады и так далее. То есть это должно быть что-то, что потом можно презентовать. Давайте посмотрим с вами дальше. То есть не обязательно такие упражнения будут именно в проектах. Это могут быть и задания к упражнениям, это могут быть упражнения, в которых внутри дается несколько подпунктов. Если ребята их понимают, что их нужно выполнить в том или ином порядке, либо сами могут объяснить, почему они что-то поменяли местами, то, конечно же, это того стоит. Если посмотреть аналогичные формы учителей других школьных предметов, то мы увидим, что они участвуют в формировании УД и межметапредметного знания и тоже понимают важность проблем. Ну и в этом плане все очень отличается. Да, конечно, это то, о чем я говорила еще в самом начале вебинара. Например, мы с вами дойдем еще до слайдов про оценку. Но пыталась я тут на днях опять найти что-то новое, чтобы касалось оценки в 5-11 классах метапредметных результатов. Вы знаете, на самом деле это, как правило, либо саморазработанные какие-то педагогами разработки, которым порой возникают вопросы, например, а почему вот именно она, почему, к какому учебнику она должна подойти, а может ли она быть универсальная. Либо это все для начальной школы. Причем для начальной школы разработаны по всем предметам диагностические работы, они есть, их и НЦКО делает. То есть вот все-таки есть еще пока разница между тем, сколько лет и работают по ГОС в том или ином звене. В начальной школе, конечно же, все более развито, в 5-11 классах чуть менее. Но я так думаю, что мы тоже можем с вами сделать небольшой вклад в это во все и на форуме создать тему, допустим, в которой будем обсуждать метапредметные результаты не только в общем, но и какие-то делиться своими именно разработками по метапредметности. Может быть, какие-то разработки занятий открытых, может быть, это будут какие-то презентации, в которых будут правильные формулировки, может быть, будут какие-то программы метапредметные,
будет очень здорово посмотреть. Либо, может быть, просто какие-то статьи, которые вы будете находить по данной теме, свежие, главное, да, в интернете. Я думаю, что коллегам будет очень интересно это читать, потому что пока что информация, особенно в среднем звене, с 5 по 11 класс, ее пока мало. Шестой пункт – это абсолютно наш пункт, да, иностранцев, достижение взаимопонимания в процессе устного общения. Любое задание на общение, то есть любой conversation, посмотрите, да, здесь, например, и пример перед вами из New Millennium English, из happyenglish.ru, то есть они есть в любом ОМК, когда нужно либо построить какой-то диалог, либо прочитать его по ролям, если это еще ребята в 5 классе в самом начале, да, либо нужно самим его составить, либо что-то составить даже просто по картинкам, да, пожалуйста, все это будет достижение взаимопонимания в процессе устного общения. Главное, чтобы они достигали все-таки самого взаимопонимания, потому что если ребята друг с другом как-то, да, не контачат, у них не получается, значит, есть какая-то проблема, ее нужно решать. Работа в группах сотрудничества, в том числе выполнение проектных работ. Я показывала примеры из New Millennium English. Одна была страничка, сейчас немножко другая. То есть любой проект, мини-проекты, задания, которые похожи на проекты, они, как правило, заставляют нас работать в мини-группах или в больших группах. Неважно. Главное, что ребята объединяются, работают над какой-то определенной задачей и в конце представляют продукт, который у них получился. Да, вот посмотрите, здесь в том числе точно такая же задача перед ними стоит. Нужно подготовить определенный в конце продукт, и каждая группа будет его представлять. И они даже будут заполнять таблицу, да, друг на дружку, когда будет выступать та или иная группа, чтобы потом сравнить, не знаю, результат, допустим, который у них получился. Оценочная деятельность. На нее примеры с happyenglish.ru для 9 класса. В чем здесь, собственно говоря, оценка? Это в том, что ребята сравнивают себя с эталоном. То есть, как правило, проанализируют свои ошибки, понять, где ошибся. Да? На прошлом вебинаре, например, у Ирины Михайловича Бурова в чате часто спрашивали, вот как быть, если ошибается ребенок, сразу ли исправлять или нет. Говорят, что действительно сразу лучше не исправлять, только потому что мы уменьшаем мотивацию. Если мы таким образом будем уменьшать у ребят мотивацию, то, к сожалению, никаких целей мы не добьемся. Если это делать аккуратно, приучить их тому, что в конце урока, либо после того, как он отвечает, вы каждый раз делаете какие-то небольшие такие подводки к тому, что «а как вот здесь нужно было правильно сказать?» Да, самый популярный вопрос был. Ну вот видите, пожалуйста, да, то есть уметь найти, признать свою ошибку, это самое, что ни на есть метапредметное умение. Потому что оно нам нужно не потому, что мы хотим ребенка в чем-то упрекнуть в английском языке, ни в коем случае. Потому что ему понадобится потом в дальнейшем на английском правильно говорить для тех или иных целей. Кому-то для работы, кому-то для поездок, да, для себя и так далее. Я знаю, что вы будете писать в чате, что дети этого не понимают. Но мы сегодня говорим о 5-11 классах. Как правило, и по опросам, например, что я проводила, ребята уже в 5-6 классах прекрасно понимают, зачем они вообще ходят на английский язык. И если вы обратите внимание, то именно с где-то 6 класса родители тоже начинают уже очень сильно задумываться о будущем своих детей. Соответственно, метапредметные результаты нам только на руку. Мы с их помощью готовим детей к реальной жизни. Познавательная и личностная рефлексия. Смотрите, здесь, когда мы выполняем какое-то задание, затем мы имеем запись к этому заданию, аудио, мы ее прослушиваем и тем самым смотрим, что мы делали правильно, что нет. Это задание, естественно, не на то, чтобы оценить, а на то, чтобы прорефлексировать, правильно сделал или неправильно сделал. Как избежать потом этой ошибки, что нужно было сделать как-то по-другому и лучше. Это понимают многие продвинутые родители. На самом деле, когда такие продвинутые родители есть, это очень хорошо, да, действительно, я с вами согласна. С помощью ЭКТ. Я уже говорила, что сюда подходит любая презентация, но и помимо презентации и обучающих компьютерных программ, и любых других программ, которые вы используете к ОМК, есть полно, обратите внимание, упражнений, которые связаны с компьютерами, с интернетом. Часто это упражнение «найди в интернете на такую-то тему, такую-то информацию». Либо, как перед вами пример из New Millennium English для 7 класса, напиши email
да, и дается, ну, адрес, да, то есть мы его, естественно, не должны писать, мы должны ребятам показать, обратить их внимание, что как этим пользуются, куда забивается адрес, как пишется тема письма, да, обсудите с ними, что без темы письмо может быть не открыто, да, или попадет в папку спам. Дальше у нас дается план. Работа с планом – это метапредметный результат. Посмотрите, здесь три пункта плана. И вот когда они все это выполнят, они поймут, а что такое email, да, и как его правильно писать. Дошли мы до... так, комментарий в чате. Я всегда приходящих ко мне на репетиторство детям сразу говорю, что именно на ошибках мы и будем учиться. И даже в итоге научимся сами находить в себе ошибки. А это уже высокий уровень знания предмета. Очень помогает в психологическом плане. Я делала точно так же на уроках. Вот, так что комментарий очень не близок, потому что если ребят постоянно только ругать и делать из этого какое-то, не знаю, очень печальное событие от того, что сегодня ребенок встал не с той ноги и вдруг у вас на уроке заговорил неправильно, ну, вы знаете, здесь нужно смотреть уже на то, какие дети. Потому что есть ребята, которые сами же расстроятся от того, что вы им сказали, что у них ошибок было сегодня много. Есть те, кто расстроится, но этого никак не покажет. Здесь зависит от того, какой у ребенка психотип, соответственно. Вы тоже понимаете, что мы не просто так это все в институте проходили, что мы должны это тоже с вами понимать, как мы и не психологи, да? Соответственно, каждому ребенку свой подход. Но, тем не менее, исправлять их ошибки громко на весь класс и с укоризной такой, что вот как же так неправильно сказал, великий, могучий английский язык был испорчен, ни в коем случае нельзя. Потому что мотивация – это то, что движет ребенком на нашем предмете. Без мотивации ни один ребенок у нас английский язык изучать не станет. Да, главное, чтобы было желание говорить. Пускай с ошибками, но он должен говорить. Мы с вами дошли до объекта оценки, потому что хоть я и сказала, что, как правило, никаких диагностических задач для 5-11 классов сейчас еще общих, таких, чтобы я могла сказать, вот возьмите ее, используйте, и вы точно будете правы, их пока нет. Но давайте посмотрим, а что же все-таки оценивать. Основной объект оценки метапредметных результатов – это сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. То есть таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. То есть мы смотрим то, как ребята умеют справляться с познавательной деятельностью, то есть с тем объемом знаний, что они получили, как они умеют ими оперировать, насколько хорошо они справляются с заданиями на анализ. Вот что-то нужно проанализировать. Он справился или не справился? Насколько хорошо они умеют сравнивать какие-то понятия между собой, либо классифицировать по тому или иному признаку. Представьте, что это все то же самое, что мы бы делали на русском языке, но здесь, на нашем предмете, у нас есть сложность, а именно сам иностранный язык. Потому что задания метапредметного характера именно на иностранном языке дополняют еще, получается, выше сложность. Да? На русском они бы это задание, возможно, бы и сделали. Да? Что-то классифицировали, что-то сравнили, где-то проанализировали, потому что им это родной язык, он близок и так далее. На английском у нас появляется просто дополнительная сложность. Какие есть формы оценки? Их три. Здесь ничего не меняется. Посмотрите, это либо результат выполнения специально конструированных диагностических задач, то есть специальная диагностическая, контрольная какая-то, да, диагностическая именно. То есть мы именно диагностируем, мы не оцениваем их. Мы смотрим для себя, мониторим, что у детей было на входе и на выходе. Да, в пятом классе, допустим, и в девятом, либо в пятом и в одиннадцатом, в втором и в четвертом. Это должны быть специальные задачи, то есть какие-то предполагаются специальные тесты, решав которые вы и ребенок поймете, какие еще есть пробелы. Вторая форма оценки – это успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами предмета. Это то, насколько успешно ребенок справляется с теми заданиями, что вы даете на уроке, теми заданиями, что прописано в УМК, потому что они все имеют эту метапредметную направленность. И здесь зависит только от того, как вы, как педагог, интерпретируете это на уроке. Вложите просто в голову ребенка как знание или дадите ему возможность самому размышлять. И третья форма оценки – это успешность выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. То есть, допустим, когда ребята сталкиваются с каким-то тестом на английском языке, но он весь направлен на страноведение, и все задания они
такие метапредметные, да, то есть что-то обязательно нужно анализировать, что-то где-то нужно заполнить таблицу или прослушать, или заполнить диаграмму, объяснить, что каким цветом обозначено, найти какую-то информацию за короткий срок в интернете, то есть то, что им понадобится в будущем. И в чем же преимущество? То есть они, посмотрите, у меня выделена вторая и третья форма оценки, в том, что здесь есть что измерить, есть предмет измерения, а именно уровень присвоения учащимся универсальных учебных действий. То есть насколько хорошо они с тем или иным действием справляются. Ну вот, я говорила, что коллеги будут говорить, что и на русском языке часто плохо с этим справляются. Даже спорить с этим не буду, верю в это, потому что, говорю, у меня диссертация на эту тему. А действительно, с этим сложновато пока что, но я надеюсь на лучшее, что все-таки получится на всех предметах у всех предметников с метапредметным результатом справляться. Давайте посмотрим еще несколько примеров из учебников, из редапов, как все-таки выглядят эти задания с метапредметной направленностью. Да, действительно, вот то, о чем я говорю, дополнительное задание на заполнение таблицы на основании прочитанного, да, текста, это и есть метапредметный результат. Вы проверяете не умение ребенка читать, ни в коем случае. Вы в данном случае проверяете, если вы хотите проверить именно метапредметный результат, вы проверяете, как он может из того, что он прочитал, заполнить ту или иную таблицу, в которой каждая колонка несет какой-то определенный смысл, и их нужно не перепутать, правильно записать. Правильно сформулировать. Записать это в начальной школе, конечно же, мы это делаем, когда ребята просто выписывают из текста, теми же словами, что в тексте, таблицу. Заметьте, что с 5 по 11 класс это задание всегда усложняется. Нужно своими словами это сказать и так далее. То есть простор для творчества огромный. А то, о чем я говорила, все проекты – это метапредметные результаты. Посмотрите. Представьте свой проект, ответьте на вопросы, обсудите, чей получился более интересным. Здесь и рефлексы еще есть, да, то есть вам другая группа ребят должна не просто сказать, что у первой группы был плохой проект, ни в коем случае, они должны сказать, что они бы, если бы вот делали, то вот эту тему бы рассмотрели вот так-то и так-то, но тем не менее, да, было очень интересно и познавательно. Пожалуйста, и похвалили, и отрефлексировали. Да, если пропадает звук даже при замороженном видео, лучше вам открыть через другой браузер, попробуйте. Еще один проект, да, то есть посмотрите, я именно показываю то, что таких заданий действительно много. Они очень подробные, посмотрите, здесь выполнение заданий по инструкции. Prepare for your project. Подготовьтесь к проекту, воспользуйтесь определенной страницей, напишите о хобби, да, объясните, почему хобби интересно. Посмотрите, сколько нам дано целевых установок. Если ребенок умеет с ними справляться, он может по ним по всем пройтись и выдать в конце результат, согласитесь, что у него есть умение работать с метапредметными заданиями. Ну да, вот Снанисин пишет, также даю задание выписать, например, какие темы затронуты на странице учебника. Такие упражнения есть в учебниках, и есть такие упражнения в редапах. Мы сейчас, может быть, с вами даже посмотрим такой пример. Пока что вот happyenglish.ru я вам проиллюстрировала, как выглядит этот проект в итоге. То есть ребята в рабочей тетради имеют возможность и нарисовать, что-то приклеить, какую-то фотографию, если не жалко, да? И есть у нас полно строчек, куда можно написать свои мысли на этот счет по именно тому плану, что нам был дан. То есть в конце получится то, что материально можно потрогать. Да? Вот такая страница, презентация своего хобби. Другой проект из New Millennium English для 5 класса уже. Здесь я обращу ваше внимание на то, что он еще и в формате ИКТ. То есть здесь все нарисовано как веб-страница. То есть мы привлекаем их внимание к тому, что интернет – это источник не только, да, общения с друзьями в социальных сетях, но и источник большого-большого объема информации, который можно привлекать в дело, например, при выполнении проекта. И уже рассказываем им, как можно применить в данном случае, какие запросы в интернете сделать, чтобы в конце написать вот такое вот письмо и, допустим, да, виртуально его куда-то отправить. Такие проекты, когда у нас ребята уже в самом начале, да, знакомятся сначала с иллюстрациями, то есть они работают не только с текстом, но и с картинками. Это еще и готовит их к итоговой аттестации, обратите внимание.
И когда они делают brainstorm, то есть когда у нас идет групповое обсуждение, быстрое высказывание своих мыслей на тот или иной счет. Либо они должны быстро вспомнить лексику, соответственно, они должны генерировать эти идеи очень быстро, и лучше педагогу, конечно, их записывать на доске. А когда они работают, заполняют таблицу, как здесь, посмотрите, во втором задании, да, нам мелко ничего, к сожалению, не видно, но в основном вы видите, да, что здесь есть таблица, с ней нужно работать, есть иллюстрации, с которыми надо работать, и все это будет метапредметным результатом, если они с этим действительно умеют работать. Пример из редапов. Несколько давайте посмотрим. В данном случае они должны прочитать стихотворение и пронумеровать в том порядке, в котором рассказывается стихотворение, иллюстрации на данной странице. То есть дана просто общая иллюстрация, а нужно все пронумеровать согласно тексту. Пожалуйста, для этого нужно сначала все проанализировать, а потом отсинтезировать. И с помощью как раз синтеза в данном случае они и напишут правильные цифры. А есть задания с картами. Да? Их полно, в данном случае даже с карты звездного неба, как перед вами сейчас на примере. Да, нужно подписать, где какое созвездие, и так далее. Тоже очень интересно, естественно, это делается на основе прочитанного текста. Смотрите, еще к тексту есть и глоссарий. То есть здесь, как правило, все сложности уже снимаются. Книга исключительно для мотивации ребенка, да, вот в данном случае редактор. Либо такие задания тоже, посмотрите, мы читаем текст о кенгуру, да, почему у кенгуру есть сумка, и после этого в правильном порядке к данному тексту нумеруем картинки. То есть задания, они, в принципе, конечно же, если вы заметите, да, они однотипные. Либо мы делаем какую-то поделку. Но поделку мы делаем не просто так, сделай поделку и принеси ее на урок. Нет, мы ее делаем по определенной инструкции. Мы знакомим их с этой инструкцией. Возможно, мы попросим их после этого поделиться, и что еще можно сделать с помощью, да, вот тех же самых инструментов. Или, может быть, они знают и научат вас о каком-то интересной поделке, которая делается так же быстро из подручных средств. Вы вместе с ними запишите это все в план. Замечательно получится рефлексия, кстати. У всех ли хватает времени для таких упражнений? А если вы имеете в виду упражнения, например, из редапов, то они предполагаются как дополнительная книга для чтения. Есть те, кто, вот коллеги как раз пишут, есть те, кто жертвует какими-то другими упражнениями. Теоретически вы имеете право, конечно же, встраивать их в ход урока. Почему бы нет? Часто используют на дополнительных занятиях, в репетиторстве часто используют. Просто детям, которые, у меня были такие дети, которые подходили в 5 классе и говорили, вот мне дом скучно, я все, что вы задали на дом, прихожу, делаю, а урок всего 3 урока в неделю. Что мне делать еще 2 дня в неделю? И я просто ему сказала, что ну вот сходи с мамой, посмотри, есть ли такая книга. Они сходили, купили книгу в книжном, и с удовольствием просто вечерком он делал вот эти задания. Ребенок был в 4 классе, если я вам наврала. Там еще больше поделок в редапах. И вот они сидели с мамой, все это вырезали, делали, клеили, потом мне приносили, показывали. На самом деле это достижение для педагога, когда учащийся подходит и спрашивает о чем-то дополнительном. Главное их этим заразить. Да, бывают сознательные ученики. Их, к сожалению, я не говорю, что их будет целый класс, который к вам подойдет и скажет, так, дайте нам вот срочно там какую-то книжку. Есть сознательные родители. Знаете, на самом деле, сознательные родители порой бывают очень даже и плохо. Потому что был у меня класс, в котором родительский комитет решил на всех закупить диски компьютерные. И вот они закупили, а детей спросить забыли, будут ли дети заниматься. И поэтому, когда потом учитель спрашивает их постоянно, вот вы хотя бы включали, понятно, что я на уроке там с ними, допустим, ввиду отсутствия, допустим, компьютерных технологий в классе, не могу что-то определенное, да, сделать интерактивное, я могу только это высветить на экран и им показать, допустим. Но, тем не менее, только 2 или 3 из группы в 15 человек вообще диск включали и открывали. То есть вот когда родители решили за детей, это на самом деле не есть хорошо. Но, да, сознательно родители все равно нужны. Да, куда без этого. Надо увеличить количество часов, да. Об этом будем говорить еще очень-очень долго, коллеги. Есть замечательные в редапе до 5 класса упражнения, когда мы их учим, как можно запомнить новые слова. То есть это такое небольшое дополнение, да, скорее, может быть, педагог купит книгу, прочитает какой-то новый способ, расскажет ребенку, и тот будет еще проще запоминать слова. У меня ребята учили с помощью данного приема новые слова, когда ассоциируются слова
английского языка с какими-то похожими словами на русском языке. В данном случае приводится в примере слово bridge, которое созвучно со словом bridge. Да, и можно себе в голове представить, как бриджи вместо мостика перекидываются с одного берега на другой. Согласитесь, очень такая яркая картинка. Не все слова под это подходят, поэтому, конечно же, мы делали еще и два других приема, которые тоже в редапе написаны. Так что смотрите. Мы, кстати, редап разыгрывали в прошлой викторине, которая была у нас в соцсетях, и сейчас тоже его разыгрываем. Там тоже можно его сейчас выиграть. Научитесь делать сообщение на основе прочитанного текста. Третье упражнение на этой же странице, я его выделила. Почему оно замечательно? Потому что мы в пятом классе очень редко учим именно, как делать сообщение на основе прочитанного текста. Мы, как правило, ждем от них обычного пересказа с использованием фраз, которые даны в тексте. А здесь мы уже их как бы дополнительно учим тому, как можно интерпретировать те или иные фразы из текста. Как их можно пересказать от себя на основе всего лишь, посмотрите, нескольких слов, которые встречались в прочитанном тексте. Ну вот насчет обязаны, не обязаны приобретать, коллеги, то это, к сожалению, не на этот вебинар. Вам бы это лучше спросить на форуме у коллег. Они бы вам рассказали, как они покупают тетради. Упражнение из happyenglish.ru для 6 класса. Нужно проложить маршрут по Лондону. Смотрите, мы работаем с картой, а это метапредметный результат. Да, то есть здесь и связь межпредметная, никто не спорит, да, с историей, с географией, да, и карта есть, и Лондон затрагивается, да, но тем не менее это метапредметное упражнение. Редап для 8 класса. Здесь задания, в принципе, будут приблизительно такие же. Это и работа по плану, как сейчас перед вами, да, нужно ответить на несколько вопросов, чтобы потом получился целый проект о своем имени. Почему так вот человека зовут. Да? Вот посмотрите продолжение 5, 6, 7 упражнения, когда они делают исследования по поводу своего имени, делают мини-постеры и их презентуют в классе. То есть это дополнительный такой проект, который можно использовать, если вам, допустим, мало проектов в вашем УМК. Пожалуйста, вы можете дополнительно с ребятами всегда брать материалы. Еще пример упражнения, раздел Kings and Queens, редап для 9 класса. Ребята читают отрывки текстов о правителях, но им нужно не просто прочитать, а еще и соотнести с иллюстрацией. Я уверена, что можно это сделать, и не заглядывая в интернет, но были у меня ребята, которые все-таки решили, что они воспользуются интернетом и посмотрят там. Если они прочитали у вас тексты эти все при вас, про себя, конечно же, да, то в 9 классе читают вслух. Вы извлекли из этого определенную информацию, но сомневаются насчет, допустим, одной картинки, то почему бы не разрешить им посмотреть это в интернете, потому что это тоже метапредметный результат. Уметь что-то найти правильно в интернете, а не попасть на кучу неправильных ссылок, это умение, которое им пригодится дальше в жизни. Раздел с дедукцией. Да, а дедукция у нас, да, где и у кого была у Шерлока Холмса. Конечно же, да, любимый прием, мы здесь с ними и решаем загадку, когда здесь загадана определенная фраза, которую всегда произносит Шерлок Холмс, а она зашифрована. Ну, понятно, здесь у меня обсуждение, покупать или не покупать рабочие тетради. Здесь и дальше и отрывок текста из рассказов о Шерлоке Холмсе. То есть посмотрите, да, упражнение не просто нужно придумывать, в каком плане его сделать на анализ, на синтез и так далее. Здесь уже все за вас написано, как он будет анализироваться, синтезироваться и где здесь применить дедукцию. Редап для 10 класса. Я говорила, пример был до этого из happyenglish.ru, когда Миша, да, должен был заполнить анкету на визу. Здесь нужно забронировать онлайн либо отель, либо билеты, да, посмотрите, либо экскурсию. Есть форма, когда нужно заполнить ее, чтобы подать на поступление в тот или иной университет. Это тоже ребятам может понадобиться. Они могут захотеть не в какой-то университет, допустим, поступать, а во время обучения в институте они могут захотеть пройти какие-то короткие курсы. Там все равно нужно будет заполнить application form. Поэтому заполнять такую форму, научить их это делать мы должны на уроках. Опять же, работа с инструкциями, но уже во взрослом варианте. Это, допустим, рецепты. В данном случае, да, вот банановый пирог с кремом. Смотрите, есть и что внутрь класть, и что так делать, почему бы это даже не попробовать приготовить. Когда ребята обсуждают, чтобы достичь взаимопонимания в процессе устного общения,
Им нужны какие-то фразы, от которых они будут отталкиваться. Посмотрите, в данном случае, например, это могут быть цитаты. Да, то есть от цитат вы будете отталкиваться. Очень часто такие упражнения есть. Здесь дополнительные цитаты, они никогда не будут лишними. Я считаю, что вообще такая замечательная подборка цитат – это очень-очень полезный инструмент. А проект, опять же, из happyenglish.ru для 11 класса. Посмотрите, они перед этим делают большой такой ресерч на тему университетов. Да? Им здесь написано, что они должны выбрать какой-то определенный, в который бы они действительно считали, что они могли бы поступить. Да? То есть такое все максимально приближенное к жизни. В конце они делают презентацию и с ней уже выступают. И опять мы все сводим к тому, что они должны достичь взаимопонимания, пообщаться друг с другом, поработать в группах сотрудничества, и обязательно в конце мы должны провести с ними рефлексию. А работа по плану, ряда по 11 класс. Да, нам нужно написать отзыв на обзор фильма. Есть уже определенные ключевые фразы, то есть такая каркас за нас написан, но самого вот отзыва на какой-то фильм здесь нет. Нужно взять, выбрать этот фильм, проанализировать его. Возможно, вы можете посмотреть его вместе на уроке, да, на факультативе. Это вообще замечательное задание. А потом объяснить им, как работать с этим планом, что нужно отсюда брать. Все ли фразы нужно заканчивать обязательно, потому что вот если вы вспомните, как вы в пятом классе, в самом начале года, если еще и пятый класс до этого не вывели, то есть в начале школы не вы у них преподавали, они к вам приходят, а вы им даете какое-то упражнение на закончить фразы. И вот пятиклассники будут заполнять вам все фразы до конца, подходят они к той теме, которую они выбрали, или не подходят. Просто потому, что их так научили, им нужно заполнить все и ничего не пропускать. Это как техника чтения в начальной школе, да? Когда ребята должны читать очень много, быстро и много слов в минуту. А в пятый класс они приходят и им говорят, что ну куда же ты так быстро читаешь, ты же не понял смысл. Да? А вот все заново, да, и в пятом классе в том числе. Вот к 11-му, посмотрите, какие огромные схемы они уже могут понимать, решать и спокойно с ними справляться. Да, редапы подходят у нас к любому школьному учебнику, тематика в них по примерной программе, поэтому любую юниты вы можете в них переставлять местами так, как вам удобно, так как у вас сейчас в данный момент идет по плану, да, по вашей программе. Говорила я как раз о викторине. Вот, напоминаю, что те, кто особенно ведут в третьих-четвертых классах, у нас для ребят для третьих-четвертых классов проводится викторина. Сразу же говорю, что мы не говорим о том, что ребята должны сидеть в соцсетях. Нет, но педагоги, как правило, есть, родители у них там есть. Вы можете поучаствовать в этой викторине. Найти условия можно во вкладке «Конкурсы» на форуме englishteachers.ru, либо сразу в наших официальных группах в соцсетях, во ВКонтакте и в Фейсбуке. Условия простейшие. Нам нужно состоять в группе и ответить на вопросы викторины онлайн в форме по ссылке, которая дана. То есть вы заходите, с ребенком это все отвечаете, за него ставите галочки, он вам все это обязательно должен сам прорешать. Ваша задача – помочь ему технически. И те, кто ответит на все вопросы правильно, полным ответом, список будет опубликован завтра после 5 часов вечера. До 12.00 завтрашнего дня мы принимаем еще ответы на викторину, то есть у вас еще есть целых, да, 24 часа на то, чтобы успеть. Те получат дипломы победителей, ребята, с указанием фамилии, имя, отчество педагога, конечно же. Вот. И мы разыграем также три книжки на выбор уже потом того, кто стал случайным призером, либо редап 3, либо редап 4, либо редап 5. Так что участвуйте, коллеги. Вот что-то не видели в магазинах. Вы можете посмотреть, вот как раз у меня следующий слайд. Так, ну мы в социальных сетях, я думаю, что вы уже все у нас в группах есть. Пожалуйста, интернет-магазин www.englishteachers.ru/shop. Заходите, смотрите, в разделе «Дополнительная литература» есть редапы. Да. Да, вот видите, веду второй год, а вы говорите о результатах с 5 по 11. Я вам с этого и начала, то, что в пятом классе в ГОС только в прошлом году вступил, да, как Новый год наступил. И, соответственно, ребята к нему еще вот только-только, да, в средней школе привыкают. Естественно, еще мало что разработано, поэтому тема такая еще немножко сырая. Насчет методической литературы, поурочно развернутые планы, где можно найти. У нас был вебинар, как составить план, конспект урока. Успешный. Посмотрите в видеозаписях. А, так.
Что еще у нас есть? Какие еще есть вопросы, коллеги? Потому что у меня это последний слайд. Приглашаю вас участвовать в викторине, вступать к нам в группу, а в группы там, где вам удобно, в зависимости от того, чем вы пользуетесь. А на форуме также следите за обновлением информации. Да, надеюсь, что информация была полезная. Особенно я все-таки надеюсь, она была полезна именно для молодых специалистов. Делайте больше вебинаров для молодых специалистов. Нам очень нужна помощь. Будем, коллеги, обязательно. Заказанная литература приходит на почту. Да, если вы укажете почтовый адрес, конечно же, да, она будет на почту приходить. Обучающие компьютерные программы можно купить с электронной доставкой. Учтите это, то есть вы можете их оплатить и скачать сразу же файл вам на компьютер. И вам придет установочный код. Для опытных учителей тоже полезно. Замечательно, коллеги. Вижу, что вопросов больше по теме нет. Тогда давайте мы сейчас вам вернем слайд, как получить сертификат. Не очень молодым тоже надо. Спасибо вам, коллеги. Даю вам код для генерации сертификата. На этом у меня все. Если у вас будут какие-то еще вопросы, то я с удовольствием отвечу на них на форуме. Задавайте вопросы, обязательно отвечу. Коллеги, всего доброго и до свидания.